вторая часть нашей миссии гласит о том, что мы хотели бы развивать предпринимательство посредством развития франчайзинга. Ценность бренда настолько велика, и ценность услуг для клиентов в том, что при открытиях в первых клубах там выстраивается очередь. То есть клиентам иногда даже не требуется рассказать, почему они сюда ходят. Они понимают это сами с первого своего посещения. Одно из значительных преимуществ франчайзинга также является то, что человек, являясь независимым предпринимателем, попадает в семью профессионалов. Семья может позволить совокупно сделать больше, чем каждый поодиночке. Что это значит? Мы, например, как франчайзор, имеем собственную газету, собственное издательство, имеем собственный интернет-магазин, имеем развитый контакт-центр с единой телефонной сетью. Это такие затраты, которые одному предпринимателю в принципе не под силу. А сеть это может сделать совершенно легко, просто и безболезненно. А главное, стоить для каждого франчайзи это будет совершенно немного. Для меня очень важно встретиться с франчайзи, которые работают долгое время, с успешными людьми, с успешными ребятами. И такие встречи, они необходимы и очень важны, и очень полезны. Это настолько важно, потому что, на самом деле, каждый услышит, знаете, у нас же у всех разные проблемы. У кого-то хорошо с персоналом, у других, наверное, не очень хорошо, там, например, еще с чем-то. Но тогда, когда кто-то что-то рассказывает, и он дает тебе как раз тот совет, как этот вопрос решить. То есть у каждого в чем-то есть хороший опыт. Все франчайзи могут общаться, могут обучаться вместе. И это для них очень важно, когда можно весело провести время, а заодно и обучиться, узнать опыт других, поделиться чем-то, эмоциями, фактами, попробовать решить совместно общие проблемы. Работая во франчайзинговой сети, человек получает ответы на все свои вопросы, получает дельные советы, своевременные. Я хочу посоветовать новичкам, во-первых, не бояться ничего. Надо обязательно пробовать. Пока не попробуешь, ничего не поймешь, ничего не узнаешь. Ну и главное, сейчас у нас есть такой очень положительный момент, что мы можем воспользоваться уже чьим-то опытом, не повторять чьих-то ошибок, перенять чьи-то удачные решения. Вот, и очень хорошо вот в том плане, что это франшиза, это большая сеть и очень-очень большой опыт, накопленный годами, накопленный там территориальным пространством, да, то есть есть города, похожие там с похожими ситуациями, с похожим населением. Вообще, начиная с построения сети, что сама сеть и сама система – это очень работающая система, очень значимая. Что касается новичков, которые вообще не занимались никаким бизнесом, я советую начинать свой бизнес с приобретения франшизы однозначно. Это очень удачный способ стать бизнесменом, потому что гораздо меньше риски. И мы его искренне всем рекомендуем. Yeah.